списке желаний любого туриста, который впервые летит в Австралию, непременно есть цель увидеть кенгуру. Иногда это удается даже в пределах территории аэропорта. Так произошло 7 января. Трехлетнего самца восточного серого кенгуру обнаружили на автостоянке аэропорта Мельбурна. Здорово, что в месте, где приземляется столько туристов, один из наших национальных символов скачет прямо вокруг автопарковки. Впрочем, самому бедолаге уже не до смеха. Он лижет лапы, что для кенгуру является признаком сильного стресса. После того, как его безуспешно пытались поймать полицейские, пригласили специалиста. Измученное животное усыпили транквилизатором. Теперь о нем позаботятся ветеринары. Судя по тому, как сточились его когти, он прыгал тут по асфальту довольно долго. Безусловно, его задние лапы повреждены, и ему очень больно. Однако это сыграло и положительную роль. Возможно, только это и не дало ему сильно запаниковать и перепрыгнуть через ограждение. Как сообщили местные СМИ, кенгуру пробудет под наблюдением ветеринаров, пока полностью не восстановится. После этого его отпустят обратно в дикую природу.